Конкурс «Лучший оперативный штаб на месте пожара» в Московской области проводится впервые. В нем приняли участие 8 команд из разных спасательных частей Подмосковья. Территория Московской области условно разделена на 8 зон. В каждой зоне сформирована зональная служба пожаротушения. И первый этап смотра конкурса у нас проводился в зонах ответственности данных зональных служб. В составе каждой команды 4 сотрудника МЧС. Финальный этап состязаний, который проходил в Видном, был разделен на 2 части – теоретическую и практическую. После небольшого тестирования, где нужно было за 5 минут ответить на 10 вопросов, команды отправились выполнять групповое задание. Организаторы предложили участникам заочно принять решение по тушению пожара. Спасателям необходимо было оценить обстановку, произвести расчет сил и средств для дальнейших действий. Цель проведения нашего конкурса – это, во-первых, повышение профессионального мастерства, нашедшего состава Федеральной противопожарной службы. Это совершенствование работы по управлению и планированию боевыми действиями по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и распространение передового опыта, в первую очередь. По итогам смотра первое место заняла команда Мытищинского гарнизона. Конкурсная комиссия отметила, что все участники показали хорошие результаты и продемонстрировали отличные знания и навыки по проведению аварийно-спасательных работ. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.